Александра. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста. Друзья, вот сейчас мы приехали на Лидию. Ну, давайте вот сюда. Это Лидиевка получается, да? Скажите, это Лидиевка и... Это граничит с Горняком, да? Да, да, да. Как здесь обстановка? Прилетают. А вот это сейчас можете? Очень часто. У нас стоят военные давайте. Там. Да, да, сейчас мы. Ну, они в посадке стоят. По посадке и летит в основном все. Ну, сюда тоже залетает. Да. Очень часто. Сейчас мы привезли. Дальше, проходите, мы поближе. Привезли продукты сюда, где мы установили. Вот сейчас мы вот эти старушечкам выгрузим и раздадим. Вы в сумку убрали, вы на месте. Ну, привет, смотрите. Идем. Опа. Еще макароны. Все выгрузили. Пакеты. И пакетики. Все. Еще будет полдня какая-то. Сейчас мы выгрузили все во двор. Относительно у нас тишина на районе. Здесь. Ну, утром было очень громко, но сейчас вроде нормально. Огромное спасибо, ребята, всем, кто помогает. И вам огромное спасибо. Вот этим старичкам, деткам вы жертвуете свои средства, мы их в свою очередь кормим. Быть добром.